Луковица тюльпана Black Parrot относится к одному из самых темных сортов попугайных тюльпанов. Но удивителен не только темно-бордовый оттенок лепестков, на которых проступают зеленые полоски. Сами гофрированные цветки имеют сильно разрезанные лепестки. Невероятным кажется и диаметр цветка, он составляет примерно 20 сантиметров. Такие яркие краски и необычная форма сделала этот сорт очень популярным среди любителей и профессионалов. Посадить такие попугайные тюльпаны можно сразу групповой стайкой, так они будут смотреться наиболее эффектно, особенно в гуще ярко-зеленых широких листьев. Тюльпан Black Parrot – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан Black Parrot можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан Black Parrot в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан Black Parrot – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.